Я обратился, ну, прочитал в Коране. Это очень интересная книга, на самом деле, ее стоит прочитать, поскольку все, что мы там вокруг слышим, там, которые нам говорят, там, священнослужители, в Коране так сказано, возьмите и прочитайте, там есть на казахском, есть на русском. Там сказано, что вот люди, когда им плохо, они взывают ко мне, а когда им становится хорошо, они тут же забывают. И, наверное, вот это такой важный урок, скажем так. Нельзя это делать вот только тогда, когда тебе плохо. Да? То есть, если есть потребность внутренняя обратиться к Богу, то надо, наверное, это делать, ну, постоянно, всегда. И либо просить прощения, либо просить помощи там, и так далее. У каждого своя, скажем так, повестка дня. Да? Но не надо ждать, когда прижмет.